Супер. Чую, ты недавно побывал в бою, друг. Привет. Что могу предложить? Забирай. Удачи тебе, чужак. Это очень тонкая работа, чужак. Малым можно достичь многого. Вот увидишь. Друг, мы начинаем разбираться в твоих вкусах. Итак, чем я могу тебе помочь? Нам все равно, рубины или рванина, разница лишь в цене, которую мы назначаем. Чужак! О! Я щедро заплачу тебе за это. Чем еще могу услужить? Приходи в любое время. Привет. Запасаешься, пока можешь? Разумно. Доброго пути. Она сказала, с нее хватит. И очень кстати. Знаешь ли, надоедает действовать полсилы.
еще? Ладно, я понял принцип. Вообще. Thank you.
рыцарь из дома у... Отлично. Путь открыт. Извини, но с меня хватит.
Эшли, где ты? Эшли, это очень пугает, я знаю. Правда? Бояться – это нормально. Бежать нельзя. Надо идти вперед. Мы справимся. Вместе. Вдруг я не смогу... Сможешь. Но дай мне знать, если снова решишь меня убить. Леон. Спасибо. Луис, где ты? Прости, я облажался. Спаси меня, мой сказочный принц. Ага, я тебе устрою сказку. Бегом, я в бальном зале, за двором. Не опоздай на танец. Вот же мудак. Он в беде, мы же его не бросим. Опустился. Thank you.
Заперто. Да. Держите псов на поводке. Эшли. Ага. Давай! Мотатлёс! Леон, они здесь! Эшли, беги! Эшли, беги! Эшли! Леон! Леон! Держись, я разберусь! Эшли, все путем? Да, спасибо. Заперто.
Нам наверняка сюда. Но сперва надо разобраться с решеткой. Интересно, есть ли связь с тем флагом? Эшли! Как ты? Да вроде бы цела. Наконец-то можно выбраться отсюда. Все, пруд и пруд. Ты как? Норм. Thank you.
Думаю, бальный зал там. Смотри, там статуя. Черт. У меня есть новинки, чужак. Тебе понравится. Привет. Есть кое-что новое, чужак. Забирай. Удачи тебе, чужак. Драгоценности не пригодятся тебе в гробу. Спасибо. Друг, я тут всякой всячины раздобыл. Друг, мы начинаем разбираться в твоих вкусах. Держи, попробуй. Увы, но больше это оружие не улучшить. Оно мощное. Почти всегда выручит. Почти. Держи. Все, как ты хотел. У меня еще остались новинки, которые тебе пригодятся. Что-что? Как нам удалось добыть все это? Лучше не спрашивай. Этот товар у меня есть не всегда, чужак. Что это? Доброго пути.
Статуя со змеями. Ха, обеденный зал. Они что, здесь едят? Фу, блин. Эшли. Ладно. И что? Часто ты выполняешь такие задания? Ну да. Но не всегда в приятной компании. Я слышу комплимент. Воспринимай как хочешь. Подошло. Тут какой-то символ. О, пора идти дальше. Тебя, надеюсь, не укачивает? Скоро узнаем. О, прибыли! Идем. Ага. Все.
Привет, чужак. Заперто. О, Леон, тут доспех. Сгодится вместо бронежилета. Ха, слишком уж старомодный. А, жаль. Ты в нем круто бы смотрелся. Эшли, не спускайся! Ладно, осторожней! Издеваетесь, что ли? Ты говнюк ржавый! Эй! Все хорошо? Да. Вольно. Вольно. Точно все хорошо? Ты не обжегся? Нет. Спасибо тебе. Ты очень помогла.
Эшли. Ага. Больше не оживут? Одной детали не хватает. Посмотри, наверняка что-то понравится. Пушки и привет. Итак, чем я могу тебе помочь? Удачи тебе, чужак. Спасибо. Что, это все? Приходи в любое время. Идем. Ага.